Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. В данном уроке мы установим очень полезный плагин, который называется Beautify. Он поможет нам сделать код более красивым, чтобы визуально его было воспринимать намного легче и приятнее для глаза. Ну и также это поможет нам более удобно организовывать структуру кода, чтобы в дальнейшем самому разбираться в своем коде через некоторое время. Зайдем в менеджер расширений и напишем Beautify. Устанавливаем плагин. Закрыть. Теперь мы видим, справа у нас появилась кнопочка Beautify. Чтобы воспользоваться этим плагином, нам нужно выделить какой-то участок кода, который некрасиво отформатирован. Вы можете видеть вот данный код. Я специально поставил табуляции, пробелы, там, где их не должно быть, чтобы продемонстрировать вам. Нажимаем данную кнопочку, и мы видим, код выстроился в правильной форме по иерархии. То есть каждый тег внутри другого тега через табуляцию и так далее. И код удобно смотреть. Данный плагин может вам пригодиться, если вы используете чужой код, скопировали его с какого-либо сайта, и он некорректно вставился. Либо же когда-то давно вы сами писали код и не задумывались о форматировании данного кода, а сейчас решили навести небольшой порядок для удобства. Поэтому можете воспользоваться данным плагином. Конечно, не везде он корректно отрабатывает, но в целом намного проще с помощью него сделать основной внешний вид. А то, что останется некорректно, можно исправить вручную. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на значок колокольчика для того, чтобы сразу же узнавать о появлении новых видео на канале. До новых встреч!